Титан. Гарантия успеха. Руководство по установке душевой Мурея 23. Устанавливаем боковые коннекторы и нижние коннекторы на стеклянное полотно. Размечаем место крепления неподвижного полотна. Устанавливаем боковой и нижний профили ПВХ на стеклянную панель. Крепим коннекторы и устанавливаем неподвижное полотно. Размечаем места крепления штанги жесткости и держателей. Штангу жесткости резать в размер с учетом захода ее в коннекторы L+ 35 мм. Устанавливаем петли на дверное полотно. Крепим дверное полотно на неподвижное полотно. Размечаем место крепления и крепим профиль притвора к стене. Устанавливаем магнитные нижний и боковой профили ПВХ. Устанавливаем ручку КНОП. Титан. Гарантия успеха.